Всем привет, меня зовут Адар, и сегодня мы будем играть в игру под названием Towel Required. Не буду объяснять, о чем игра, вы сами увидите и врубитесь. Ого, какая тут музыка. Так, суть в чем? Мы должны кидать полотенце в не очень молодых людей. Надеюсь, музыка без копирайта. Хотя, кому какое дело. Так, ребят, по очереди. Капец, они звуки издают. Это мне напоминает отчасти Killing Floor. Какой-то уровень в нем. Точнее, не уровень, а карту. Так, ребят. Где мои хп? Ого. Господи, это становится слишком хардкорно. Так, руки пусты. Где взять новые? Вот они. Полотенце моей мечты. О, господи, я окружен. Ясно, они меня поглотили. Ого, время замедлилось. Так, или нет? Как мне использовать какие-либо бонусы? Или их тут нет? Е-е-ф. О, теперь я Соник. А, ну мгновенно используется. Ясно, значит мне лучше двигаться по карте и использовать мои... Ну, типа эти апгрейды, не знаю. Так, я пуст. Так, что дальше? А, вон мое полотенце. Неудобно выставлен интерфейс, однако. Все-таки это как-никакой шутер. Так. Пуст. Так. Я могу выбирать, который упавший? Нет. Ужасы они громкие. Ясно. Меня снова поглотили. Да. Суть в игре вы поняли все. Игра довольно-таки крутая, как обычно. Мне все игры нравятся, которые я играю. Нечего мне сказать про эту. Но вы увидели игру под названием Towel Required. В понедельник, как обычно, у меня странные игры, я не знаю почему. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующем эпизоде. Пока!